Здравствуйте, с вами магазин «База Автозвука». Сегодня мы рассмотрим коаксиальную акустическую систему от компании Hyundai, трехполосную модель HCSE-403. Размер 10 см или 4 дюйма. Поставляется в фирменной упаковке. Давайте рассмотрим комплектацию ее. Вот так вот все упаковано. Что у нас здесь имеется? Монтажный комплект, саморезы, металлические пластины, также провода подключения, инструкция, ну и сами динамики. Динамики идут защитными сетками. Вот так вот выглядят сетки. Ну и динамики. Довольно-таки увесистые. Вес 1 килограмм 300 грамм общий. Вот. Максимальная выходная мощность 100 ватт, минимальная 50. Диффузор выполнен из полипропилена. Вот. Подключается по стандарту плюсовая и минусовая клемма. Магнит ферритовый идет. Сопротивление 4 Ома. Чувствительность 91 дБ. Майларовый среднечастотник идет. Вот. Ну и также твиттер. Вот маленький видео. Корзины штампованные. Полностью идут. Подключается по стандарту плюсовая и минусовая клемма. Так, второй динамик абсолютно тот же самый. Сетки. Ну, и сам вот такой вот плана динамик. Средний частотик и твиттер выступают немного над поверхностью самого динамика. Вот. Отверстия стандартные, размещение для 10-сантиметровых динамиков. Дополнительные характеристики и стоимость такого комплекта вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.